Всем привет, на связи магазин мотоэкипировки ProEquip, меня зовут Филипп, и сегодня у нас на обзоре куртка мотоциклетная кожаная AXS Elliot. Куртка AXS Elliot – это классическая мотоциклетная кожаная куртка, не дать не взять. По стилистике практически ничем не отличается от курток, которые мы носим в повседневности. Не косуха, а обыкновенная такая ветровая кожаная куртка. Что касается защитных вставок, сразу же у нас стоят защитные вставки первого уровня защиты, каучуковые, в локтях и в плечах. В эту куртку есть возможность установки защитной вставки в спину. В принципе, это довольно-таки нормальная ситуация практически для всех мотоциклетных курток. Полностью она глухая, с вентилирующими отверстиями тут по минимуму, поскольку эта куртка скорее для более холодного времени года. С внутренней стороны у нас небольшой вертикальный карман, ближе же к куртке. На подстежке, да, здесь у нас есть ветровая подстежка, чтобы еще было теплее нам ездить. Здесь у нас есть нейлоновый карман, который дублируется и уже на внутренней части подкладки. Что касается другой стороны, карман для всякой всячины вертикальный, и также он дублирован на внутреннем подкладе. Сейчас я продемонстрирую, как это у нас куртка выглядит со всех сторон. Собственно говоря, вот так. Что касается ее внешнего вида, она полностью классическая. Если вы не хотите выделяться от основной массы людей, чтобы куртка ваша напоминала что-то повседневное, то, в принципе, вы можете смело ее приобрести. Ссылку на нее мы оставим в описании. На этом все. С вами был магазин мотоэкипировки ProEquip. Подписывайся на наши обновления, ставь большие пальцы вверх. До скорого!